Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 30 марта 2020 года. Поднялся я особо, если я не ошибаюсь, эта сопка называется сопка Шошин. Вот, запыхался. Дела. Сейчас достану свою основную камеру, поснимаю, ну и пофотографирую. Вот. Здесь ветерок дует. Вот. Ну, это того стоило. Это стоило того, чтобы сюда подняться. В общем. Запыхался. В общем, залез на самую верхотуру. Фу. Ветер тут жуткий ветер. Вот. Мост, русский остров. Вот. Съемка идет на телефон. Вот. Такие дела. Пойдем дальше. Вижу тропинку. Дальше посмотрим, что мы там. Вот сегодня решился просто так сюда подняться. Вот такие дела. Вон там впереди, вдалеке, озеро Чан. Вот. Находится. Ну вот, что я вижу, что я точно знаю. Да? Ой, что-то тут горит. Не знаю, траву кто-то поджег или что. Не знаю, тут вон всякие кострища. Кто-то что-то поджег. Косогор или что, не знаю. В общем, иду вон туда. Ой. По тропинке. Что там? Такие виды отсюда открываются. Что-то достал телефон, начал снимать на телефон. В общем, открыл я для себя еще одно место, откуда открывается вид практически на весь Владивосток. Осматриваю все здесь.
Золотой мост. Вот Золотой рог, бухта. Дальше. Не знаю, слышите вы что-то, не слышите. Здесь жуткий ветер. Ну и вот я поднялся, похоже, на самую вершину, или та вершина самая высокая. Вот такие виды открываются с этой сопки. Жуткий ветер. Практически здесь это самое холодновато, прохладно, рука отмерзает. Вот. Ну, там Валяева, где продаются японские праворульные машины. Вон там. Видите, дом стоит высокий, и вот это вот, наверное, я так думаю, это вот зеленый угол. Ну, в смысле, это все вот зеленый угол, он очень большой. Вон там дымят трубы ТЭЦ-2 впереди. Это у нас Тихая, да? Там чурки. В общем, такие дела. 30 марта 2020 года. Поднялся на сопку. Открыл для себя новые виды на город Владивосток. Ну, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Следующее видео будет с этой же сопки, только более качественно и более подробно.